В Черкесске прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса журналистов печатных и электронных средств массовой информации на лучших авторских материал, на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений. Организатором конкурса выступило Министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии. Подробности расскажет Мурат Джанкезов. В приветственном слове представители министерства отметили, что в этом году увеличено количество номинаций и призовой фонд конкурса. С каждым годом заявок на республиканский конкурс становится все больше, а жюри все сложнее выделять самых достойных, поскольку мастерство большинства участников довольно высокого уровня. Журналистское сообщество, независимо печатные СМИ, электронные СМИ, прежде всего, печатались на эту тему, потому что тема межнациональных отношений у нас в Карачаево-Черкесии, она традиционная. У нас в Карачаево-Черкесии живут 5 субъектов образующих народов, и поэтому каждый материал для каждого народа очень ценен и важен. В этом году увеличены средства на финансирование таких проектов. Я могу сказать, что изменилось отношение журналистов после того, как премии стали по-настоящему весомыми. Во-первых, это отношение все люди увидели, в первую очередь журналисты увидели, что отношение власти к этой проблеме стало более серьезным. Значит, и отношение журналистов к подготовке этих материалов будет тоже более серьезным. Впервые в конкурсе приняли участие и муниципальные средства массовой информации. В различных номинациях конкурсанты удостоились заслуженных наград. Особенно отрадно за наших коллег, корреспондента «Вестей» Фатиму Даурову и главного оператора Али Бастанова. Мурат, я сегодня в очередной раз убедилась в том, что я свою профессию выбрала не зря. Каждый раз, занимаясь своим делом, я получаю такую гамму положительных эмоций, особенно выезжая в самые дальние уголки республики, встречаясь с такими неординарными, очень интересными людьми, посидеть где-нибудь, поговорить, а потом это все принести, показать и передать другим людям, чтобы они увидели о себе подобных, как они живут. Для меня это очень важно. Я люблю свою работу. Каждую минуту, каждую секунду, каждую эмоцию, которую она мне дает, я рада, что я стала журналисткой. В завершении мероприятия победителям пожелали новых творческих и профессиональных успехов по освещению СМИ межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. Я считаю роль СМИ именно по освещению данной тематики очень важна, так как мы живем в многонациональной республике. И освещение такой нелегкой тематики, как межнациональная, она является крайне важной. Мурат Джанкезов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.